Так, мы сегодня в лес по грибы. Очередной поход. В этом году что-то походили мало. Не до этого было. Вот первый нам попался вот такой вот красивый, несъедобный грибок. Пойдем искать съедобный, ибо это наша цель. Так, вот смотрите, был один обнаружен подберезовичек. Такой неплохой, хороший, не гнилой. Наверное, сейчас уже сезон не белых. Мы сюда в эти места ходили, всегда белых собирали. Тут чуть подальше подберезовики. Ну, как бы что-то лес сухой, но походим, посмотрим. Надеюсь, что-нибудь насобираем, вам покажем, похвалимся. Так, с грибами у нас не ахти. Тут ходим. Но вспомнили, что... Иринка, я вспомнил, что обещали ребенку шишек. Как-то были на празднике, на детском. Там из шишек делали всякие делали поделки. И он нам говорит, когда будете в лесу, принесите нам мне шишек. Я что-нибудь придумаю. Ну, молодец в этом плане. Сейчас хоть шишкам насобираем. Такой лес, конечно, вот. Смотрите, какие. Тут раньше, помню, показывали. В гостях у сказки куда-нибудь. Заколдованный лес. Такие в мху, непонятные цвета. Типа каких-то страшных таких вот деревьев, таких вот пугалок. Что-то тут как-то не верится, что тут грибы могут быть в таких лесах. Избушку на курьих ножках увидеть вот запросто. А вот насчет грибов. Ну ладно, двигаемся. Так. Иринка моя нашла. Ой, смотрите, какие козлята красивые. Иринка, срежь, пожалуйста. Вот мы добудем. Но грибов мало, ребят, поэтому такой вот раз кадры со срезанными грибами, срезающими. Очень мало. Сейчас окажется, что он, что и его надо будет. Да? Еще есть. Ну, конечно, еще есть. Вообще. Оставим здесь. Да, может кто-нибудь захочет из животных и съест. Так. Нашли, наверное, подберезовик. Ой, это уже какое-то получается счастье. Потому что мы собираем их в таком маленьком. Ну да. Такое немножко толстое. Так. Ну да. Вон он какой. Красавчик. Сейчас заберу. Так, ну все, покидаем мы лес. Особо ничего не собирали. Шишек вот ребенку набрали, сами походили. Конечно, классно, природа, все это отлично. Но основная задача сбора грибов не выполнена. Чуть-чуть есть, не то что на сковородку, на запах грибной для картошечки. Поэтому вот так, ладно, будем в следующий раз что-нибудь собирать и показывать. До свидания.